приехал на смену. Такой туманно. Там трактора еле видно там. Короче, первые 2 часа утром надо работать вот в такой херне. А где тут чё? Вот 250. Ну и, собственно, вот так вот все это выглядит. Ни хрена не вижу. Вообще. Ну, сверху все это вот так выглядит. Вот такой цех. То есть та сторона тоже проломлена, вот эту середину сказали на позднее. Ну тут что-то из-за тельфера уже не помню. Но сейчас сама вот это. Вот трактор стоит. Демонтаж. Время 10 часов. Туман уже более-менее развеялся. То есть вот так это все выглядит. Сейчас ждем, когда резчик нам обшу все обрежет. То есть из-за этого очень сильно простаивало. Так-то, в принципе, пролет уже пробили весь. Но там осталось немного. Вот здесь край не добиваем, потому что просто там трубы отопления идут еще действующие. Ждем, когда их отключат. То есть вот так вот здесь везде арматуры. То есть это, наверное, 1/4, если не меньше, часть арматуры вообще, которая была везде вырезана. То есть он там еще лежит, там лежит. И на улице еще, не знаю, тон 50, наверное, от арматуры валяется. Ну, то есть месяц здесь уже работаем, долбим. Вот. Работаем мы только оригинальными молотками. Есть у нас в парке гидроклинт импульс 100. Но мы его используем как подменный, потому что, ну, производительность не то у них. То есть, ну, импульс вообще, как бы, молоток так себе. Вот этот молоток HB980, Bobcat оригинал. Он у нас, получается, по мощности, как импульс 120. Конструктивные особенности какие у него? У них пика идет вот с такой юбкой. И то есть, когда мы ломаем бетон, вот эта юбка, она откидывает по импульсу. То есть, сюда пыльца практически не попадает. Еще такой интересный момент, втулка не запрессовывается, она здесь свободно, ну, свободного хождения. То есть, когда мы вынимаем шкварневой палец, мы вынимаем и пику, и этот, и втулку тоже разом. То есть, такие моменты. Сам клин внутри, он стоит на полиуретановых подушках. Здесь полиуретановая подушка, и вот здесь в конце тоже такая же полиуретановая подушка, но здесь потолще. То есть, что это дает? Она дает меньше отдачи в трактор, значительно меньше. То есть вот я помню, как-то работал с импульсом 100 на заводе. Короче, пальцы втулки я приговорил за полгода работы там с клином. Вот, с этим клином пальцы втулки вот в среднем где-то около года ходят. То есть вот такая разница. И производительность, собственно, вот этого клина значительно выше, и сила удара мощнее и реже. То есть, ну, работать им намного комфортнее, нежели, ну, допустим, импульсом или дельтой той же самой. То есть все вот так вот работаем в такой грязи. Не знаю, что еще вам по этому молотку рассказать. У него еще вот эти замки отгибают на Bobcat раме. И то есть я где-то года 2 назад делал вот эти косынки.
то есть вот она перехватывает, ну полностью вот эту часть вот так захватывает, и ступеньку я уже сверху приварил, то есть усилили замки, да, таким вот образом, потому что штатная выгибается от нагрузок, от больших как бы. Ну вот, в принципе, работаем, ломаем. Как говорил уже, завод производит бумагу, и у них реконструкция происходит вот этого цеха. И в данный момент он работает до сих пор, из-за чего здесь очень много пара, вот этой всей фигни. То есть приходится работать в таких условиях, экстремальных, я бы сказал. Вот. Сейчас в межсезонье, работы в городе нет, снег кончился. В принципе, вставая на такой объект, ну, можно поработать. Сейчас вот, допустим, один у нас 175-ка стоит на базе, его сейчас отремонтируем, он приедет сюда, этот трактор забираем на базу, его будем ремонтировать. И, ну и вот так вот посменно мы их меняем, чтобы не получалось так, чтобы на месте тяп-ляп ремонтироваться и работать дальше. То есть, чтобы была подмена и чтобы нормально машины ходили. Вот, собственно, такие пироги. Как там? Суровые будни мини-погрузчика называются. В таких условиях. Вот второй клин. HB880. То есть он уже послабже. Он идет как аналог импульса 100. Вот. То есть конструкция у него все точно такая же юбка, такая же втулка. Только он просто поменьше. По себе. Собственно, его цепляем вот на 130-й бубкат. 130-й, 175-й. То есть вот, работаем такими молотками. Ну, теперь точно все. Вот этот пролет уже сделанный, его сломали. Здесь везде бой. Снизу грунт плавает, трактор тонет. Короче, сюда будут еще заказывать мини-экскаватор, который будет все это вычерпывать и перекидывать, чтобы мы могли зачерпывать и вывозить. Ну, собственно, вот и все.